Всем привет! Напомню, что меня зовут Яков Финогенов, и я технический специалист Евроавто. Сегодня я дежурю на Школьной 89. Станция эта открылась недавно, но уже все подъемники заняты и есть что поснимать по плану. Но мое внимание привлекла неплановая железяка, которая стоит посреди бокса и ждет часа своей установки. Чем же меня привлекла эта железяка? Ну, во-первых, интересно стало, как в данное время можно обходить злополучный 12.5.1, не привлекая лишнего внимания, например, при прохождении техосмотра. Во-вторых, привлек производитель Берг. Я с таким еще не знаком. А когда пошел разузнать, сколько же стоит такая железяка, был приятно поражен. Быстро погуглив, я обнаружил, что это отечественное производство. Фирма Берг расположена в Екатеринбурге. Екатеринбург, привет, никогда там не был, очень хочется побывать. Очень понравилось качество исполнения. Массивный швеллер, чистая обработка, очень массивный уголок, потрясающая сварка. Написано, что автоматизировано. Ну, очень-очень ровный шов, куда ни загляни. В комплекте идет весь необходимый крепеж, что характерно, болты с подтвержденным классом прочности. То есть, затягивая их по инструкции с определенным моментом, вы можете быть уверены, что они не потянутся и не открутятся во время движения и под нагрузкой. В руках я держу подробнейшую инструкцию на русском языке с большими четкими картинками. По пунктам написано, как устанавливать фаркоп, какой крепеж, где использовать и даже с каким моментом его затягивать. Но кроме инструкции, к фаркопу прикладывается и сертификат соответствия, что немаловажно для ответа на мой вопрос, как разбираться с пунктом 12.5.1.
поставить фаркоп на машину, поставить его правильно, нужно еще разобраться с электрикой. Для этого в комплекте с фаркопом Берг идет и вот такая вот коробочка, в которой вы найдете интересные элементы. Во-первых, это розетка, провода к ней, а также некий блок согласования. Но надо понимать, что они бывают двух видов. Так называемая обманка, которая позволяет не паниковать электрической системе электрооборудования автомобиля с дополнительными световыми приборами, которые будут стоять, например, на прицепе. Да? И есть действительно блок согласования, который при подключении прицепа сообщает об этом электронному блоку управления двигателем. Тем самым меняя алгоритм работы и двигателя, и вспомогательных ассистентов типа АБС, и парктроника. Поэтому, когда вы ставите фаркоп, вы должны сразу же знать, для чего вы будете его использовать. Поэтому, прежде чем купить фаркоп, вы должны определиться, что вы на нем будете таскать. И если это действительно большой и тяжелый прицеп, то сразу же рекомендую озадачиться поиском правильного, оригинального или типа того блока согласования, который выполняет именно полную функцию дружбы электрооборудования прицепом с электрооборудованием автомобиля. Пока производилась установка фаркопа, я пытался узнать, как же легализовать эту самую установку. Вот что мне удалось выяснить. Для начала ваш автомобиль должен быть подготовлен к установке фаркопа и буксировке прицепа. Как об этом можно узнать? Например, взяв в руки свидетельство о регистрации. И если здесь, кроме массы в снаряженном состоянии, есть еще пункт «технически допустимая максимальная масса», при этом разница в этих цифрах явно превышает вес пятерых пассажиров и небольшого количества груза, то бинго, ваш автомобиль может быть оборудован фаркопом. Второе. Для фаркопа, который вы устанавливаете, должен быть сертификат. Вот, например, с фаркопом Берг он давался в комплекте. Такой же сертификат должен быть в том сервисе, который производит установку. Причем это не просто должен быть сертифицированный сервис, там должен быть пункт «Дополнительное оборудование. Разрешение на установку». Если есть у них такая бумажка, просите ее распечатать, прикладывайте к сертификату на фаркоп, кладете в бардачок и едете спокойно. Правда, на вашей стороне. На этом можно было бы и закончить сегодняшнее видео, но я подумал, давненько мы не мутили всякие конкурсы. И у меня для вас есть вопрос. Звучит он следующим образом. Все знают, что шарик фаркопа необходимо смазывать и в момент буксировки, и при хранении. Однако есть исключение. Это исключение гласит, что шарик должен быть сухой и обезжиренный. Кто первый ответит, что это такие за исключения, тот получит какой-нибудь сувенир от Евроавто. Спасибо, что досмотрели до конца. С вами был Яков. До новых встреч.